Бахмана. Допустим, что в небе ракета летит, а в ней космонавт неизвестный сидит. В его космонавтской большой голове болтаются мысли, допустим, их две. И в каждой из этих тревожных мыслей лелеет он образ любимой своей. Настасья, Настасья, уже ли в сей час в тебе пробуждается плод наших ласк? Оплодит он кровь космонавта течет, что ныне отправился в дальний полет. А в крови снуют кровины тельца, в тельцах расцветает ромашек пыльца. И в каждой ромашке чуть выше стебля дрожит полосатая попка шмеля. Допустим, что в плоде растет интеллект посланца далеких и хладных планет, пополнивший наш генетический фонд за счет покорения вселенских высот. Космическим ветром в ракету влетев, внутри космонавтского тела осев, посредством невинных, но плотских собак, в среду материнскую быстро попав, он дал результат, все сомнения презрев, презрев недоступность девических плен. И кавы не смог он все это презреть, не смог бы тогда космонавт полететь. И образ любимой пропав без следа, не смог бы взрастить никакого плода. Куда подевался тогда интеллект посланца далеких и хладных планет?